Доброе утро. Ну, я на самом деле была поражена высоким уровнем тех работ, которые представляли студенты. Я как понимаю, что основная задача этой конференции, конечно, показать нашей молодежи и привить ей, и продолжить их стремление делать науку, делать хорошую науку и продолжать наше дело, потому что без них мы не сможем идти вперед. Есть ли какие-то определенные темы, которые вы могли бы выделить, которые вам понравились? Ну, поскольку я специализируюсь в области применения полимерных материалов в медицине, конечно, меня больше всего интересовало, каково положение вот в науке российской именно в этой области. И, в общем-то, эта область достаточно молодая, и есть хорошие разработки. И больше всего меня поразило, что молодые ребята, они с большим энтузиазмом об этом говорят. Не все пока получается, но я думаю, что перспективы достаточно большие. Хорошо. Оправдало ли ваше ожидание проведения конференции именно в стенах Казанского федерального университета? Ну, поскольку я в стенах Казанского университета бывала до того, конечно, меня не удивляет, что эта конференция проводится здесь, в Казани. Вот. И я считаю, что организация очень хорошая. Ну, ваше общее впечатление о Казанском федеральном? О Казанском федеральном университете? Ну, это, конечно, сильный университет, и особенно в направлении медицинского применения. Поэтому я думаю, что те усилия, которые руководство университета вкладывает в подготовку молодых кадров, безусловно, дают свои плоды.